Друзья, всех приветствую на нашем канале. Сегодня хочу рассказать о преимуществах рода в Чили. Как и в большинстве других латиноамериканских стран, в Чили действует право почвы. Это значит, что ребенок, рожденный на чилийской территории, становится гражданином этой страны. Если вы хотите подарить своему ребенку сильный паспорт и прекрасное будущее, а также получить второе гражданство для себя по ускоренной программе, Чили станет лучшим выбором. Немногие знают, что это наиболее развитая страна в Латинской Америке. Преимущество рода в Чили. Получение паспорта для новорожденного, позволяющего посещать 174 страны мира без визы, включая Канаду, Евросоюз, Великобританию, Японию, Новую Зеландию и даже США. Это единственная латиноамериканская страна, имеющая без виз США. Роддома Чили отличаются европейским качеством медобслуживания. Для частных клиник характерно весьма теплое отношение к беременным женщинам, молодым мамам и детям. Кстати, здесь популярно присутствие на родах отца ребенка. Роды на дому в Чили также возможны. Иностранцам потребуется лишь заключить договор с выбранной клиникой. Весь процесс происходит с минимальным вмешательством. При этом присутствие медбригады в апартаментах обязательно. Обращаясь в нашу компанию, вы получите сопровождение при подготовке к перелету. Помощь в выборе клиники врача, трансфер по прилету, сопровождение в апартаменты, сопровождение в аптеку, супермаркет, к врачам и на различные анализы, сопровождение на родах от самого начала до их окончания, помощь в оформлении и получении чилийского гражданства новорожденному и документов в Чили, консультацию по оформлению и получению второго гражданства в консульстве, помощь в любых организационных вопросах на территории Чили, трансфер в аэропорт по окончании путешествия. Граждане России могут посетить Чили без оформления визы, поэтому не стоит беспокоиться о том, что беременную женщину не впустят в страну. А граждане других стран СНГ, исходя из нашей практики, с легкостью получают туристические визы. Роженицам рекомендуется приехать в страну за один месяц до родов. Более точные требования следует смотреть непосредственно на сайте авиакомпании, которой иностранцы планируют лететь. Также нужно рассчитывать, что примерно один месяц после родов маме и новорожденному лучше побыть в Чили, чтобы завершить процесс восстановления и успеть оформить все документы. Будущим родителям стоит понимать, что выбор соответствующей клиники, врача и аренда жилья будут проходить в испаноязычной стране. Чтобы минимизировать количество нервов и потраченного времени, рекомендуем проходить все процессы с опытными специалистами. Ускоренная подача на гражданство родственнику чилийца. Родители, сестры, братья, а также бабушки и дедушки могут претендовать на паспорт спустя 2 года после получения ВНЖ. Роды в стране с высокоразвитой медициной. Возможны роды на дому. Граждане не должны платить всемирный налог, как в случае с США, если проживают за пределами Чили. Передача чилийского гражданства следующим потомкам по праву крови. В этой латиноамериканской стране прекрасные условия для будущих мам и появления детей на свет. Солнечная погода, близость к океану, свежие овощи и фрукты. Кроме того, Чили является одной из самых безопасных стран на континенте. Друзья, если вы хотите родить ребенка в Чили, свяжитесь с нашими специалистами в мессенджере по телефону, который вы увидите под этим видео. Спасибо за внимание!